Здравствуйте, товарищи подписчики моего канала. Сегодня я буду показывать, рассказывать, как я буду жарить эту рыбу. Эту рыбу поймал вчера мой сын. Она большая и вообще как бы мне предоставили эту возможность ее очистить от чешуи, короче, обвалять в мухе и пожарить. Ну, буду делать. Рыбу я очистил от плавников вот этими кусачками. Вот, теперь надо удалить чешую. Ну, ножиком тут в ванной и буду это делать. Пара-тройка минут и чешуи нет. Так, значит, теперь внутренности удаляем и голову отрезаем. А еще глазки нужно. Вот жабры там, все это сделаю. Все идет согласно утвержденного графика. Значит, внутренности очистили. Вот. Все там удалил. Голову отрезал. Сейчас вот про глазки. Ну, а потом уже как бы перейду к сковородке. Рыбку я порезал, голову, глазки удалил и в мешочек положил в морозилку. Ну, наверное, думаю, что потом суп сварить с этой головы. Вот. Напоминаю, что это рыба не с Алиэкспресс, а ее поймал мой сын. Так, ну переходим к приготовлению. Посолить, обвалять в муке и на сковородку. Процесс идет. Вот мука, тут немного перца и соли. Вот эта рыбка, я ее порезал. Сковородка с маслом нагревается. А это яичко. Макаем рыбу в яичко, потом в муку и на сковородку. Так, а это вода для картошки. То есть будет рыба с картошкой. Рыба жарится, картошка варится. Ну, через 15 минут уже есть буду. Пока варится картошка и жарится рыба, я еще салат сделал. Сейчас добавлю сметаны. Салат содержит огурцы, лук зеленый и помидоры азербайджанские. Ну вот, все, картошка сварилась. Первая порция рыбы пожарилась. Так, салат я доедаю. Значит, в тарелке еще есть. Так. Жарится. Это еще будет третий заход на сковородку. Так, в итоге получилась целая тарелка жареного карпа. Вот, ну я кусочками маленькими порезал. Вот еще картошка есть, сынок придет покушает, вот, чтобы оно не остыло на крою. Вот, значит, ну и успел сам поесть. Сковородка после жарки имеет такой вид. Ничего не пригорело, не пристало. Не надо ничего отрывать. Ну, может быть, хорошая сковородка. Газовая плита не пострадала. То есть, как было. Вот у некоторых бывает, что после этого и ремонт делать на кухне. Вот. Но главное, чтобы вытяжка работала. Вот. Ну, естественно, крышкой накрывать. Сейчас помою сковородку, вынесу ведро. Вот сковородку помыл без утомительного замачивания. Пару раз, раз, мочалка, все. Не забываем еще и крышку помыть вот этим средством Фейри с яблочком.